Уважаемые любители лозоплетений, на данной тарелочке, вот у нас тарелочка красивая, мы плетем верхнюю загибку. Эта загибка более простая, чем розга. Называется она дорожка, но она не менее привлекательная и достаточно проста в изготовлении. Чтобы сплести данную дорожку, в один прутик будет смотреться не очень серьезно. Лучше два, а то и три прутика использовать в плетении данной дорожки. То есть к основе мы подставляем дополнительные прутики с одной стороны, можно и с другой, чтобы три было. Будет потолще наша дорожка. И начинаем плетение. Смысл этого плетения. Первую петлю, как бы я называю это петлей, делаем пошире, чтобы потом дальнейшие прутики при стыковке легко зашли в эти окошки и встали на свои места. Далее все петли остальные сразу укладываем плотно. Рисунок следующий. За одну, над одну, за одну и спрятали. Внутри сразу делаем подрезку этих прутиков, чтобы они нам здесь не торчали и в процессе плетения не мешали. Продолжаем загибку. Вот берем пару прутьев. Либо здесь у вас тройка, как вы решите. За одну, медленно все это покачивая нужно делать, аккуратно. За одну, за вот эту. Над одну, над следующую, вот над одну. За одну, пусть тут чуть-чуть какие-то изломы, переломы, это не страшно. Сразу мы с вами подрезаем. Лишнее. Все. И плотно-плотно туда их утрамбовываем. Следующую берем двойку. За одну, за вот эту. Плотненько кладем. Желательно, конечно, чтобы не было вот таких изломов. Если такие изломы попадаются, лучше сделать замену, чтобы было все красиво, эстетично. За одну, над одну, за одну. И оставляем. Лишнее подрезаем, чтобы ничего не мешало. Вот прям покачивая. За одну, над одну, за одну. Подрезаем. Подрезаем посередине. Это как бы черновой вариант подрезки. Более качественную подрезку сделаем в самом конце. За одну. Над одну. За одну. И бросаем. Сейчас я вам показываю. Вот следующую пару. Вот берем пару. За одну. Раз. Над одну. И за третью. Все, мы бросаем и показываем момент подрезки. Вот пара на нас смотрит между основами. Вот ровно посередине мы берем, подрезаем и их туда как бы утапливаем плотненько. Берем следующую пару и в этом месте их уже как прижимаем, чтобы они никуда не выпрыгивали. За одну, над одну, за одну. Момент подрезки. И плотненько прижимаем. Та пара у нас уже прижата этой парой. Уважаемые друзья, сейчас мы подходим к нашей стыковке. И нам нужно вооружиться шивом и нашим умением. Продолжаем нашу загибку. За одну, над одну, за одну. Оставляем. На середине между основами отрезаем прутики и оставляем внутри их. Продолжаем. За одну, над одну, за одну и оставляем. Примерно узнаем, где здесь середина. Очень легкая стыковка вот именно в этом типе дорожки. И осталось последние два, грубо говоря, прутика, да, две пары. За одну. Над одну. Воображаем, что они здесь ровно вертикально стоят. Вот нам нужно завести вот эту пару вот ровно вот за эту основу. Можно сейчас взять и подрезать их.
чтобы это было проще. Можно их еще промять вот в этом месте круглогубцами, чтобы они стали мягкими и, не дай бог, не сломались. Ну, мы рискуем. Ну, у нас все хорошо получилось. А почему? Потому что этот прутик гибкий, сорт Маяк 2. Очень хороший. Обратите на этот сорт внимание. Как в чищенном виде, так и в коре. Маяк 2. Продолжаем плетение. За одну. То есть нам нужно проделать вот этой парой достаточно сложный путь. Для этого, для помощи, мы используем шило. Мы сейчас шило вставляем по этому пути, где будут проходить наши прутики, за одну, на одну и туда. И здесь уже, конечно, лучше по одному прутику аккуратно пустить. Ну, я вот сейчас рискнула, да, отрезала расстояние. Так нужно приложить, посмотреть, войдем ли мы, длины ли нам хватит. И теперь аккуратно наш прутик протягиваем по нужной траектории. В этом месте можно воспользоваться помощью плоскогубцев или круглогубцев, чтобы подтянуть прутик. Ну, сил моих хватило, чтобы это сделать без них. И следующий прутик. Вот он полностью сухой. Он не выдержит сейчас этой загибки, поэтому мы сейчас его замочим. Уважаемые подписчики, воспользуемся альтернативным вариантом замачивания прутьев. Это вот такой пульверизатор. Легким движением руки. В этом месте мы его смачиваем. Как бы именно внешний слой нашего прута. Внутри прут еще влажный, и он нас не подведет. А вот внешний прут, ну, смочили и так погладили прут. Так, примеряемся, значит, за одну, над одну, за одну и спрятали. Вот этой длины нам должно хватить. Но я как бы перестрахуюсь и чуть-чуть подальше отрежу. А сейчас начинаем нашу стыковку. Шилом место наметили. Медленно, аккуратно промяли наш прут руками. Вообще прутья нужно чувствовать руками, чтобы не делать неправильных движений. Чтобы они не ломались, не хрустели в ваших руках, нужно все делать очень аккуратно и очень контролировать каждый миллиметр прута в процессе плетения, в процессе загибки. Все. Легким движением прута мы его установили на нужное нам место. Все. Все, дорогие друзья, полностью наша загибка под названием дорожка завершена. Следующий этап просто подрезка. Мы подрезаем аккуратно каждый прутик в плоскости нашей тарелочки, чтобы никакие пеньки нам не мешали. Все, всем пока. Покажи в профиль. Очень красиво, очень аккуратно, очень нежно. Рекомендую к повторению. С вами была... А с вами была Катерина Бочкарева. Всем пока!